А теперь реклама. Если некогда тебе воспитывать детей, или время ты свое не хочешь прожигать, дерзкой няне просто набери скорей, за бабло тебе няня будет помогать. Но все няни в наше время просто ни о чем, буду бегать за ребенком, сопли вытирать. У меня же в воспитании есть секрет один, я всегда стараюсь детям как можно больше дать. Зарыча или по морде, или так с ним живот, в темноте по пульсу, а не молча, маленький урок. Как хотя даю ребенку я немного унижения, в общем отдаю себя, все постоянно, без сомнений. Я всегда на позитиве, никогда не унываю, потому что в вашем доме я покрышу подеваю. Меня дети обожают, а в этом отрезать, когда видят, что пошла, я могу зажать. Если спать малыш не хочет, я не буду заставлять. Можешь просто на артерию, на сон ее нажать. Ваш ребенок будет кушать завтрак, ужин и обед. Ведь когда у горла ножек, вариантов просто нет. Будет он уроки делать, вычитать и умножать. Даже если он младенец, мне на возраст наплевать. Слушайте мои советы и старайтесь соблюсти.